Добрый вечер, рыбаки и рыбачки. Сегодня свой монолог я хочу посвятить теме «Какая катушка таки лучше?». Тут копий нуди спиннингов сломано не меньше, чем в спорах о том, какая блесна лучше. Попытаюсь ответить на этот вопрос не в смысле, какая фирма круче, Дайва или Шимана, но на примерах среди дешевых или дорогих катушек, независимо от фирм-производителей. При этом отмечу, что сам я использую исключительно катушки среднего ценового диапазона, от 1,5 до 2,5 тысяч рублей за штуку. Для разбора полета я предлагаю вам катушки не мульти или троллинговые, а обычные мясорубки, независимо от способа намотки, типа обратный корпус или цилиндрический или крестообразный. Особо по этому поводу не заморачивайтесь. Опыт показывает, что среди дешевых катушек неубиваемых в разы больше, чем среди дорогих. Сразу скажу, что у меня в свое время был рыболовный магазин, хоть и небольшой, и в ассортименте которого имелись как дорогие, так и дешевые катушки. Я с успехом продавал и те, и другие. Продавал дорогие не из-за качественных, в кавычках, характеристик этих катушек, а именно за счет умения продавать. Для чистоты опыта зайдем в любой рыболовный магазин и выберем две катушки с одинаковыми характеристиками. Ну пусть одна из них стоит 1500 рублей, а другая 6000. Пригласите продавца и спросите, в чем различие. Дальше начнется чистый ад, езды по ушам и подмена понятий. Первое, что скажет продавец в пользу дорогой катухи, это то, что использованы более качественные материалы, а у дешевой катушки, соответственно, менее качественные. Ну, тут я, конечно, ржу не могу. Задайте вопрос продавцу, а какие это материалы? Поверьте, продавец сразу сядет в лужу или начнет бредить по поводу хорошего пластика. Хорошего пластика, Карл. Качественного металла, ну или нести прочую пургу, дабы втюхать сей девайс. Однако на поверку выясняется, что материалы одинаковые, подшипников тоже по штук 12 на катушку, сделано и та, и та в Китае, на одной и той же фабрике. Уловили? До 60, а то и больше процентов вы платите за название, типа Шимана или Дайва, при этом качество вы не приобретаете. Однако включите голову, при покупке машины вы за отдельную плату приобретаете дополнительные функции, типа круиз-контроль или скандинавский свет. Какие опции вы приобретаете при покупке дорогой катушки? Самоотбрасывающая ручка, быстросменная шпуля, ну что? Да ничего вы не приобретаете. Итак, а что же нужно нам? Катушка должна быть гармонична в сравнении с удилищем или спиннингом. Не должно быть большой катушки на маленьком легком спиннинге и наоборот. Современные материалы позволяют снизить вес даже у бюджетных катушек. Катушка должна быть хорошо сбалансирована, иметь легкий ход. Чем больше катушка сделает вращений после кратковременного рывка ручкой, тем лучше. Ну, типа того, вот так вот. Молотнули, крутится. Количество шарикоподшипников в катушке не имеет особого значения. Это действительно так, но при одном условии, если есть хотя бы 4 подшипника. А все остальные, это вторичные шарикоподшипники и на элитность изделия, это количество никак не влияет. Сейчас даже самые плохие китайские катушки для спиннинга могут иметь в своем составе до 10-12 подшипников. Далее нужно посмотреть на ручку катушки. Желательно, чтобы она слаживалась, вот типа этого. Меньше проблем при транспортировке и меньше ломается. Фрикцион лучше передний. Вот видите, вот задний фрикцион. А вот это передний. Чем отличается задний от переднего? Задний фрикцион имеет более сложное механическое строение. При этом он быстрее, больше ломается и его тяжелее ремонтировать. Передний фрикцион намного проще. Деталей у него меньше, соответственно, он служит дольше. Ну и катушка с передним фрикционом, она, ну, намного легче, чем катушка с задним фрикционом. Ну, вроде рассказал все, а теперь я хочу показать вам катушку, которая более 25 лет. Вот она служит верой и правдой, она очень дешевая в свое время была, но тем не менее, вот самые большие нагрузки на нее, так как ловлю на нее больших налимов, щук. И вот она прожила, не ломается, вроде 2 подшипника всего лишь. Ну, такая чисто колхозная катушка, довольно-таки легкая, но тем не менее работает. Вот делайте выводы.